Итак, дорогие друзья, Владислав Степанов, рост 183 сантиметра, возраст 24 года, стиль ММА, Украина, аплодисменты. Адам Алиев, 1,82 сантиметра рост, 24 года, стиль ММА, Россия. Голову в корпус, кроме локтей по направлению 96. В партере колено, ногой работаем только по корпусу. Сетку, шорты, перчатки не хватаем. Слушай, мне на протяжении всего боя. Пожали руки. Первый раунд этих бойцов и... Можете отличать без проблем. В татуировках Владислав Степанов и его перчатки с синим скотчем. Соответственно, перчатки с красным скотчем Адам Алиев. Как и предполагалось, поединок начинается в стойке. С разведки. Опа! Хорошая маваша в голову от Адама Алиева. Отвечает жестким лоу, но несколько... ниже ватерлинии. Практически там в ракушку попал Степанов. Да не практически, там просто в пах был, непонятно зачем. До 5 минут дается на восстановление бойцам. Я думаю, что мы очень надеемся, что гораздо раньше Адам Алиев сумеет восстановиться. И... по предыдущим двум боям возникает вопрос, продлится ли этот бой всю дистанцию. Хорошая комбинация рука-нога Степанова. Хорошо увидел ситуацию Адам Алиев. Опа! Хорошая ушира в печень от Алиева, да. Лоу. Это было логично, потому что в левшесты и Степанов печень, грубо говоря, открыто. Впереди, да. Поддавливает Адам Алиев. Все пока в стойке. И мы видим, да, что пока нет попыток перевести ситуацию в партер. В ММА бывает и такое, что все три раунда бойцы могут отработать в стойке. Еще одну комбинацию. Тоже дальняя рука, передняя нога получается... провести у Степанова. Опа! Хорошая удар навстречу, да, от Адама Алиева. Так, в уровень груди она была, но опустил голову Степанов и получил в эту голову. Добавляет сейчас слева Адам Алиев. Хороший лоу от Степанова. На скачке причем. И еще один добавляет Владислав. Хорошо встречает Степанов левым прямым на отходе Алиева. Ну вот, кстати, Адам пытается поддавливать и при этом дает ему время для подготовки атаки соперник. Тут вопрос, как говорится, насколько хорошо использует это время Адам Алиев. Ну вот здесь он больше обозначил удар, чем нанес. Хорошо, двойкой попадает Степанов. Пошел вперед Алиев и... Будет ли перевод? Будет ли перевод? Нет, будет. С ударом разрывает дистанцию Алиев. Ну, достаточно ровненько пока все в первой трехминутке. Вот тут... Опа! Еще один жесткий лау от Степанова. Еще раз акцентируем внимание. Работает Степанов в левше. Правосторонние стойки в левше. Опа! О! Вот здесь нужно работать.
Здесь нужно Алиеву работать. Ну, забивать, конечно, надо, если хочешь выиграть досрочно. Ну, вот чуть-чуть, ну, может быть, не рискнул, не знаю. Но есть еще время, есть. Ну, а сил, по идее, вагон. Надо забивать, конечно. Побить, бить надо. Охти начинает вставлять Алиев, бить корпус, голова. Но уже смог подвосстановиться Степанов. Но тем не менее, положение у Алиева хорошее. Отпустил Степанова Адам Алиев. Не знаю почему, это известно только Адаму. Ну, может, есть установка подвигаться, поработать. Вот такая, по сути, первая хорошая атака. И попал. Еще раз попадает Алиев. Уже видно, сразу отбегает от него Степанов, разрывает дистанцию, дабы восстановиться. Двойка от Степанова. Хорошо встречает левым боковым Степанов Алиева. Еще один лоу-кик. Уже подсел немного на ногу Адам. Колено от Алиева. Жесткое колено правое. Ох! Хороший мидл от Степанова. Степанов огрызается достаточно серьезно. Слушайте, прекрасный раунд. Можно поразмышлять, почему не доработал Адам Алиев, почему не дожал. У него была шикарнейшая возможность закончить поединок. Вот, Сергей, кстати, как бы ты поступил на месте Адама при такой ситуации? Не, ну точно так же отпустил бы, чтобы тот встал, ну и тут же бы... Накатил бы. Да, накатил бы с ударами. Ну, я думаю, что вот именно за счет как раз-таки этого эпизода, наверное, все же за Адам Алиевым у нас. Вот немножко. Ну что ж, второй раунд. Первый был все же за Адамом Алиевым. Были у него хорошие шансы закончить поединок досрочно, но не дожал, отпустил. По каким причинам? Еще одна ушира в печень от Адама Алиева. Адам Алиев – боец в перчатках с красным скотчем. И его соперник Владислав Степанов, он в перчатках с синим скотчем, соответственно. Хорошая комбинация! Ну, здесь и просто сваливает на пол от удара в рук Адам Алиев своего оппонента и начинает забивать самое начало второго раунда. Сил только много. Восстановили, сил полно. Два жестких левых залетает. Третий удар туда же левой рукой в голову. Причем Степанов вообще не пытается подняться. Все в руках и в ногах Адама Алиева. Он контролирует ситуацию. Ну, надо занять хорошую позицию и просто забить. Бить и бить. Нужно, я бы сказал так, покиржаковить немножечко Адаму Алиеву. Хороший корпус. Да, амплитудный очень такой крюк. Пытается вязаться изо всех сил Владислав Степанов. Он понимает, что да, он в такой ситуации очень-очень тревожный, мягко говоря. Но вот смотрите, пережидает немножечко Адам Алиев, на мой взгляд. Да, и опа, так. Попытка приходить на удушающий.
Но, тем не менее, удается встать Степанову, но пропускает он жесткий хай-кик в стойке. Ну, там не сколько хай-кик, там колено было больше в голову от Адама Алиева. Ведет Степанова. Причем очень сильно ведет. Хороший в корпус правый от Алиева. Одного мало, нужно добавлять Адаму. Если он хочет выиграть досрочно, нужно добавлять. Ну, на мой... Ну, хотя... Так, вот здесь, да. Попытка вертушки опять попадает в пах Владислав Степанов. Устное замечание дает рефери Степанову. Есть время у Адама Алиева на восстановление. Но первая половина второго раунда, конечно же, за Адамом. И сейчас просто вопрос, сможет ли он реализовать те возможности, которые у него есть. Они у него есть. Да, но вот так, нарушив правила, сумел подвосстановиться. Выиграть время. Да, выиграть время, отдохнуть, подышать. Ну, кстати, вполне возможно, что это был такой тактический прием. Маленькая хитрость. То, что, дорогие друзья, то, что не запрещено, соответственно, разрешено. Цинично, но справедливо. Хороший мидл от Адама Алиева. Промахивается он апперкотом справа. Еще один жесткий в корпус. От Алиева. Судя по всему, есть установка на этот бой. Много бить по корпусу. Потому что уже не раз именно рукой такие крюки в корпус пробивает Алиев. Перешел в контратаку Владислав Степанов. Тем не менее, Алиев поставил его спиной к сетке. Разрывается клинч. Снова бойцы на дистанции в стойке. Хорошо попадает слева таким амплитудным крюком Адам Алиев. Тут же накатывает двойкой. Пошел вперед Степанов. Шанс. Но уже сил нет практически на удары, наносить их. И попытка прохода, перевода от Адама Алиева. Заканчивается второй раунд. Он получился достаточно энергозатратным для обоих бойцов. Такая несколько патовая ситуация. И с двойкой из клинча выходит Владислав Степанов. Ох, пропускает сейчас навстречу Степанов, но его это не обескураживает. Он продолжает накатывать. Хорошо, двойка, тяжело попадает Степанов. Но очень мало времени до окончания раунда. Там колено было, подгон со стороны Степанова. Ничего еще не ясно в этом поединке. Казалось бы, да, были шансы у Адама Алиева. Второй раз уже. Но он, так скажем, их растранжирил. Если называть вещи своими именами. Растранжирил шансы. И в любом случае, очень важный заключительный раунд. Как обычно, и для Адама, и для Владислава.
Ну что ж, у нас финальная трехминутка в этом поединке. Адам Алиев против Владислава Степанова. Перчатки с красным скотчем Адам Алиев. Перчатки с синим скотчем Владислав Степанов. Хорошо попадает сейчас Адам Алиев. Но вот не дожал он ситуацию немножечко. Но очень хорошо попал навстречу Адам. Идет вперед Владислав Степанов. Вытягивает его на себя Адам Алиев. Клинч в стойке. Меняется ситуация. Начал было активничать Владислав Степанов. И вот подхватил его Адам Алиев. Призывает к активности рефери бойцов. И вполне возможно, что разведет их в стойку на дистанцию. Такая несколько патовая ситуация. И да, рефери разводит бойцов на дистанцию в стойке. Хорошо попадает слева сейчас Адам Алиев. Тут же отвечает Степанов двойкой. Еще одна жесткая двойка от Степанова. Хороший тип от Алиева. Лоу на отходе от него же. И идет вперед Степанов. И опять у нас клинч около сетки. Отдает голову Степанов. И нагружает его Алиев сейчас практически всей массой. И двойка на выходе, на подъеме от Адама Алиева. И снова попадает справа Адам. Попытка тейкдауна со стороны Адама Алиева. Борьба в клинче. Такая несколько патовая ситуация. Особо никто не активничает. Вот нельзя локтями в такой ситуации бить. Делать замечание Владиславу Степанову рефери поединка. Вставляет колено сейчас Степанов. И у нас размен на руках в конце третьего раунда. Попытка забрать ногу со стороны Адама Алиева. Контролирует спину в стойке сейчас Адам Алиев. Будет ли он пытаться перевести соперник? Да. Удается Адаму перевод в партер. Но уже практически на исходе третий заключительный раунд в этом поединке.
И мы ожидаем судейского решения. Ну что ж, друзья, это один из самых ярких боев, по-моему, сегодня. Аплодисменты бойцам. Очень круто. Невероятная воля. Итак, друзья, громче, громче аплодисменты. Ну что же, единогласным решением судей победу в этом бою одержал Адам Алиев, боец Красного. Ну что ж, мы поздравляем Адама Алиева с очень непростой, но тем не менее заслуженной победой в этом поединке. И огромнейшее уважение его сопернику Владиславу Степанову. Очень здорово.